Хочешь с нами поиграть? Баб-баб. Он тебе говорит, хочу баб, говорит. У меня половое созревание, мне с вами сосисочные вечеринки устраивать. Да... Баб-баб, где баб? Дайте мне баб. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы находимся на канале Bad Twin. И мы сейчас будем смотреть анимацию про Friday Night Funkin', которая называется «Неделя 0. Пролог анимация». Это, в общем-то, анимация про историю бойфренда, да. Бойфренд начало, может, в каком смысле так назвать. Канал Bad Twin. Подписчиков меньше 20 тысяч. Видео вышло 2 или 3 дня назад. На нем уже 2 миллиона просмотров. Это просто, это что-то с чем-то, понимаете, как завирусилось. Поэтому мы сейчас посмотрим, ссылка на оригинал в описании. Обязательно переходите, поддерживайте автор. Лайки, комментарии, подписочки. В общем, вы понимаете, как поддерживать авторов на ютубе, вы знаете. Ссылочка на оригинал в описании. Неделя 0! Итак, вот он наш милый, замечательный молодой человек. Бойфренд, Дарне Пресс, I only have years to live. Там надо продолжение, наверное, и не все видно в сообщении. О, это Балди, что ли? Пожелтел. A. B. А чем тебе не нравится Бип? Ясно, он должен был сказать Си, а он не умеет говорить. Он умеет говорить только бип, да? Блин, слушайте, ну это реально хреново. Вы представляете себе, вы ученик школы, и вы не умеете произносить слова адекватно. Блин, это жестко. Мне кажется, его надо было отдать в специальную бойфрендовско-биповскую школу. Родители что-то его, они не подумали об этом, на самом деле. Родители реально тупанули. Его нужны определенные условия для образования. Блин, как это грустно. Слушайте... Причем, обратите внимание, прям анимация так нарисована хорошо. Это прям хорошее качество анимации, вот как он скукоживается. Привет, новенький. Меня зовут Маффин. Хочешь с нами поиграть? Это, наверное, отсылка на разработчика, и у него, по-моему, Ninja Muffin зовут, да, разработчика игры Friday Night Funkin. Баб-баб. Он тебе говорит, я хочу баб, говорит. У меня половое созревание, мне с вами... Сосисочные вечеринки устраивать, да? Баб, где баб? Дайте мне баб. Побольше баб. Где вот это? Которая башку трясет. Где? Чего? А ты нормально можешь говорить? Баб. Похрен. Какой-то ты странный, малой. Пипец, какая печаль. Я надеюсь, что эта анимация будет хорошая концовка. У меня сейчас флешбеки, мне вспоминается анимация Балди в Майнкрафте, где... У Балди была отвратительная мамаша, отвратительный папаша. И это была такая, знаете, вроде бы ты детский мультфильм смотришь, да, для детей нарисованный. Но тебе так грустно. Прям так тоскливо. Прям на месте ребенка просто бы, вот, наверное, бы захотелось бы разреветься бы, если бы я ребенком был, когда бы это смотрел. Надеюсь, что тут такого прям не будет. Н. Ну, понятно. Понятно. Пошли веселые скетчи. Кстати, интересных ребят во врачи берут, прямиком из ада, берут вообще вот этих чертей. Я его помню, он танцует там во Friday Night Funkin на заднем плане. Боб. Что это значит? Блэм, я не знаю. Короче, тупой. Блэм хизэс, это типа от блэм его жопу. Я не знаю, как переводить слово блэм. А он написал, что он тупой. Говорят, ты тупой. Счет. 2726 долларов? Это счет в смысле за врачебные услуги, чтобы узнать, что он тупой, симптомы. Припадки, потеря волос, смерть. Тают глаза, слепота. Я не понимаю, что это такое? Это цианистый калий нахрен? Ну да, я бы тоже, наверное, не стал такое говно принимать. И главное, как это должно помочь? Ты что, заговоришь, что ли, при этом? Бип. Ой, блин, это звучит так круто. Так, это девочка вот эта, которая... с башкой, по-любому. По-любому это она. Давай. Да, да, разумеется. И вот так вот они и познакомились. Очень своеобразная подруга у тебя будет. А можешь еще раз, милашка? Охренеть, да ну, блин, такого не бывает просто. Потрясающе, она тебе сейчас предложит деньги за свои услуги, чувак. Чувак, беги, это какая-то подстава. Такого просто не может быть. У тебя талант. Буба. Мы должны потусить.
Это очень странный фетиш на бипающих парней. Вот я конечно, не знаю, я, может, что-то не понимаю. Я уже, наверное, старый уже, молодежь, она уже продвинутая, да, она уже другие какие-то. Девочки, если вы есть, вы напишите, нравятся ли вам бипающие парни? Вот бипающие парни, это круче, чем качки? Или это круче, чем, я не знаю, властные депутаты? Я не знаю, что там? А, Райан Гослинг, да? Какой-нибудь актер этот зарубежный там, Шаломе, Мэтью Шаломе, или как его зовут. Какие сейчас у вас иконы красоты? Вот что лучше, эти иконы красоты, Брэд Питт какой-нибудь условный? Или бипающий парень? Вот, мне просто интересно. Но сперва иди за мной, дай я тебе кое-что покажу. Ну, в принципе, что, ты хотел баб в самом начале. Тебе, в общем-то, папина глоб, папин глоб какой-то наверху. Вон, видите, написано, папа глоб. Глоб какой-то. Замечательно, в общем-то. Не входи или сдохнешь. Вот здесь это. Давай направимся вовнутрь. Эй! Ну давай пробипай что-нибудь и иди уже. Ты идешь, милашка? Блин, мне кажется, тебя реально сейчас просто клофелином при этой тряпкой с клофелином тебя удушат и все, чувак. А-а-а, вот оно что, ей нужен рэпер. Вот, оказывается. Да, тогда все становится на свои места. Современным девушкам нужен рэпер, понимаете? Это вот, с ним можно сделать высокие отношения, да. Сейчас будем наблюдать. Так, осуществляем, как говорится. Великая культурная революция во Friday Night Funkin'овской школе. Он определенно потом придет и потом всем покажет. Ой. А у тебя сзади сатана. А, это всего лишь твой отец. Здравствуйте. Этот вот маленький избалованный хрен. Он выглядит, как будто он прямо сейчас себя отсолит. Что, здесь солью посыпет или что? Я не знаю, как это переводится. Да ладно тебе, ворчун ты старый. Дай ты ему шанс. Он отличается от остальных. Я тебе не позволю, чтобы ты встречалась с этим разочарованием. Он сейчас заговорит, причем матом, походу. Бипы сменятся на кое-что другое, на то, что обычно эти бипы цензурируют. Я, может быть, и старый, но у меня есть стандарты. И ты не будешь встречаться с каким-то бип! А что ты ему такого сказал, этим бипом? Как раз, блин, вовремя! Посмотрим, есть ли у тебя яйца. Точно есть, я видел. И все мы видели, когда он умирает, их можно посмотреть в игре. Есть, есть, старик, не сомневайся. Только не надо их смотреть, пожалуйста, потому что тебя посадят, скорее всего. Анимация Bad Twin, неделя 0. Redead. Redead помогал с артами. Звуки и музыка Dart Music. Deep Relaxation Preview игру в Grove by Kevin MacLeod. А, это музыка, я так понимаю. Спасибо, что смотрели Funkin' Jam. В общем, да, вот такой вот мультфильм, вот такое вот вступление. Я так понимаю, это только начало. Автор, скорее всего, на этом не остановится, потому что такие бешеные просмотры на таком, казалось бы, небольшом канале за несколько дней. Это нечто, знаете, удивительное. Это нечто, что не часто вообще происходит. Поэтому пожелаем автору удачи. Еще раз говорю, ссылка на оригинал того видео в описании. Переходите, поддерживайте. Также, если не трудно, поддерживайте меня. Лайки, комментарии, подписочки, колокольчики и все такое прочее. И на этом мы заканчиваем. Все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.